Сотни наименований, тысячи товаров, миллион оттенков на упаковках. Даже на отдельно взятую проблему, такую как, например, сухость, существует несколько вариантов решения. Сориентироваться во всем многообразии, особенно новичку, можно только с помощью специалиста. В нашем случае эксперт по косметике Ольга Грачева представляет десятку уникальных в своем роде средств. Каждая из них чем-то отличается от других продуктов этой категории. На первом месте тонер-пилинг марки Елизавека. Прекрасные увлажняющие свойства, хорошие как бы составы у нее. Они работают в основном на увлажнение. Здесь тонер с отшелушивающим действием, мягким. На втором месте марка Farmstay. Значит, делает сыворотку 2 в 1. Здесь гиалуронка и коллаген. 2 в 1 или 3 в 1, почему называется? Потому что вот такая большая банка, 250 грамм. Сыворотка очень густая, хорошо впитывается. Но вы можете это использовать как маску, если вы нанесете таким серьезным слоем. И вы можете остатки потом, я как-то объясняла, вот таким вот сухим пафом просто снять. Вы можете это сделать на ночь, если вы хотите сделать утром. Потом, значит, просто тонером протереть лицо. И, может быть, вам даже уже этого будет достаточно. Кожа будет очень сильно увлажнена, прям напитана. Кто-то летом использует это просто как крем. У кого особенно жирная кожа, достаточно этого. Вот такой гель также пользуется популярностью среди мужчин и женщин. Разные марки выпускают. Китайцы тоже делают нечто подобное. Но состав, честно вам скажу, у Холики гораздо сильнее. Это универсальный продукт. Руки, тело, лето, не лето, как вам угодно. Жирная кожа, не жирная. На четвертом месте патчи. Патчи могут быть разные. Я сегодня взяла марку Аюми. Это патчи со змеиным пептидом. Аюми делает очень хорошие составы, но соотношение цена и качество у этой марки просто идеальное. На пятом месте по праву вот занимает крем для тела авокадо марки Саем. Но вот этот вот крем по продажам лидирует среди всех продуктов. Очень хороший, богатый как бы состав, а прекрасно тело, просто, знаете, бархатное. На шестом месте обычная тканевая маска James Solution. Она делает уникальные маски. Вот эта, например, она тройная. То есть вот здесь вот первое, что вы наносите на лицо, эссенцию. Потом вы наносите саму маску, эссенцию не смываете. То есть эссенция способствует проникновению полезных компонентов внутрь. Маску потом снимаете и под глаза наносите. Все, что у вас осталось после маски, ни в коем случае не стираете, а вбиваете вот так в лицо. И наносите потом завершающий это крем под глаза. Эссенции много, настолько она выравнивает тон лица, но не выбеливает, да, осветляет компоненты, темные круги. Следующий продукт – марка Циракл. Марка Циракл лечебная. Это патчи, пропитанные такой эссенцией, пады называются, от черных точек. То есть, когда вы протираете ими лицо, вот эта вот субстанция, которая проникает, да, вглубь, она начинает как бы разогревать лицо, так будем говорить, потихонечку. И эти черные точечки, они прямо начинают потом, как только вы поддавите, они прям очень хорошо выходят. Крем с коллагеном и с баобабом. Очень хорошо снимает отечность. Очень хорошо увлажняет. И у него такая текстура, понимаете, легкая, проникает, нравится всем. На 9-м месте вот такая пенка с королевской улиткой, марка Farmstay. Пенок тоже огромное количество, но вот это лидирует среди улиточных пенок. Она очень хорошо очищает лицо, легко и даже тушь убирает. Очень хорошая степень очистки. И последняя, это новинка, но я не могла мимо нее пройти. Чем, значит, интересен этот крем? Он тоже с черной улиткой. Вот посмотрите, какая тягучесть. То есть это высокий процент содержания улитки. И в то же время очень хорошая впитываемость. Потому что здесь, помимо муцина улитки, представлены еще различные масла, различные травы, которые как бы способствуют проникновению. Отличный лифтинг дает этот крем. Он очень хорошо впитывается, поэтому если у кого-то комбинированная кожа, тоже отлично. Все, наша десятка закончена.